Всем привет! Первый, я в компании уже 5 лет. Я первый раз про автобонус услышал 5 лет назад. Я поехал в Варшаву. И там совсем новый Мерседес получил мастер из Эстонии Райво. Я вначале не понял, почему ему дали машину, раз он работает, как бы, да? И я тогда не понял. Вчера я готовил речь, ехал на велосипеде. И тогда я придумал маленькую такую дефиницию, что такое автобонус. Получается, автобонус нам дает компания, наша компания, потому что она нам дает реальную возможность зарабатывать хорошие деньги. Я опять вот ничего не понимаю, но автобонус я принимаю. Я решил взять машину. Я пока ее не получил, но скоро она мне будет. Почему? Вот почему машина? Потому что я мужчина, я хотел с самого детства хоть один раз в жизни сесть в свою машину, почувствовать этот новый запах салона. Я вот сразу вот мне вот уже пошло, да? Я в жизни никогда не получал подарки, я всегда работал. Работу, подарок не было. И спасибо компании за это. Когда мне позвонили из компании, сказали, что я попал в программу автобонуса, мне мозг взорвался, мне мурашки по коже, меня всего трясло. Я хотел жить, я хотел любить, хочу работать. Я на этом не останавливаюсь. Я знаю, что компания, первый бонус – это не последний бонус. Если хорошо работать, есть следующие бонусы. Я уже знаю, что у меня следующий бонус будет бонус недвижимости. Большое спасибо компании. Большое спасибо, я хочу вот лично сказать, своему наставнику Винету Медунецко, самому лучшему наставнику в мире. Без тебя, Винета, меня здесь не было, меня здесь не награждали. И, конечно, без команды я тоже никуда не попал. Спасибо своим главным лидерам АИА, Саммита, Индра. Вы самые крутые. Я с вами пошел бы в разведку. Низкий вам поклон. Остальным хочу посоветовать, не сдавайтесь, работайте здесь. Дает бонусы. Всем удачи, вам все получится. Удачи вам.